Ситуация в Армении сегодня ужасно плохая, незавидная. Благодаря действующей власти Армения сегодня лишена возможности противостоять даже незначительным внешним вызовам. Об этом во время своего выступления в парламенте заявил бывший премьер-министр Армении Хасров Арутюнян. По его словам, ситуация, создавшаяся сегодня вокруг Армении, не внушает оптимизма. Армения никогда не была такой беспомощной, слабой, с таким небольшим институциональным потенциалом. По его словам, мы должны сначала понять, чем закончится противостояние России и Запада, поскольку оно окажет значительное влияние на Армению и наш регион. Тезис о том, что Армения является стратегическим союзником России, получит новое содержание и смысл. В этом регионе есть один серьезный игрок. Это Азербайджан. Нравится нам это или нет, это факт. Что касается пять предусловий, предложенных Азербайджаном Армении, включая признание территориальной целостности Азербайджана, Хасров Арутюнян настаивал на том, что вопрос территориальной целостности Азербайджана не может обсуждаться без ссылки на Карский договор. Эту тему надо развивать. Это юридическая, политическая, историческая реальность. Мы должны понимать, что этот вопрос не может обойти Карское соглашение, сказал бывший премьер-министр Армении Хасров Арутюнян. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!